Гандлёвы шлях. Да стагоддзя органаў гандлю Беларусі ў Віцебску арганізавалі ўрачыстыя мерапрыемствы. У іх прынялі ўдзел намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Рэспублікі Беларусь Ніна Емельянова і старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта Александр Суботін. Лепшых у галіне адзначылі граматамі і падзякамі. Падрабязней у наступным матэрыяле. Справедливые цены, айчынные товары, поляпшение якости обслуговывания. Ориентиры для сферы гандлю огучили на урочистом сходе, присвеченном стагоддзю галіны. Торговля была основным двигателем развития экономики на протяжении тысячелетий. Основным механизмом, который менял ландшафты, образовывал страны, менял рельефы стран. То есть всегда мы говорим, торговые пути, основные торговые пути, из варяг в реки, великий шелковый путь. Это все торговые пути, и везде была торговля. Основные задачи, которые сейчас стоят перед торговлей, это увеличение удельного веса товаров отечественного производства, реализуемого через магазины, это сдерживание цен, то есть у нас справедливое ценообразование стоит во главе угла. Да, это повышение качества и культуры обслуживания населения. Для нас очень значимо продвигать товары, производимые на территории нашей страны, и предприятия торговли Витебской области в этом году лидируют в данном вопросе. Айчынных вытворцаў падтрымліваем. Лепшы вынік сярод рэгіёнаў па ўдзельнай вазе продажу тавараў айчыннай вытворчасці Віцебская вобласць дэманструе па выніках апошніх 8 гадоў. За першы квартал года доля продажу беларускіх тавараў у рознічным гандлі вобласці склала 66%. Па харчовых таварах больш за 79%, што вышэй, чым у цэлым па рэспубліцы. Шматфункцыянальныя гандлёвыя цэнтры з шырокім спектрам паслуг і аб'екты крокавай даступнасці крама ля дома. У паўночным рэгіёне больш за 13 тысяч гандлёвых аб'ектаў розных фарматаў. 84 гандлёвыя цэнтры, 52 рынкі, 1800 аб'ектаў грамадскага харчавання. Зарэгістраваны больш за 1000 інтэрнэт-крам. Задаволіць попыт спажыўцоў, забяспечыць асартымент якасных тавараў, зацікавіць пакупніка цэнамі. Сакрэтамі паспяховага гандлю падзяліліся дасведчаныя спецыялісты. Результатам успеха является знаць трудолюбие всех сотрудников нашего предприятия. Они все честные, добросовестные, очень трудолюбивые, стараются работать и созидать. Что касается отношения к покупателям, покупатели – это для нас самое большое значение имеет. Чем больше покупателей, тем, как говорится, нам лучше работать. Я отработала всю жизнь в торговле. Конечно, если так назвать торговлю, то это у меня главное – это общественное питание. Я начинала работать поваром, а потом, как говорится, росла по карьерной лестнице, закончила институт, работала за производством, работала заместителем директора, директором. Когда ты видишь, что люди остались довольны твоей работой, то, что ты удовлетворил их, конечно, это радует. Цены на контроле. Регион выконывает установленный указом керовника державы прогнозный параметр росту индекса споживецких цен. По выниках червеня индекс споживецких цен по области склал 103,5%. При доведенном параметре приросту на год не больше за 106%. Покупник голосует рублем. Гандлевые кропки мкнутся тримать цены и повышать узровень сервису, укоронять новые формы обслуговывания. Юлия Устинова, Артем Варзов, Новини, Витебск.